С 1 апреля отделения социального фонда по Тверской области на 7,5% проиндексируют социальные пенсии, которые получают более 25 тысяч жителей региона. Социальные пенсии назначаются и выплачиваются тем гражданам, которые в силу разных обстоятельств не обрели право на страховую пенсию. Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Данная индексация уже третья волна повышения социальных выплат в текущем году. Социальные пенсии назначаются и выплачиваются тем гражданам, которые в силу ряда обстоятельств не приобрели право на страховую пенсию. Это могут быть люди, получившие инвалидность, потерявшие кормильца, либо просто пожилые граждане, которые не приобрели необходимого страхового стажа, а также количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Социальная пенсия по старости назначается на 5 лет позже, чем страховая. Это значит, что в 2024 году претендовать на социальную пенсию могут женщины в возрасте 65 лет и мужчины в возрасте 70 лет. Напомним, что с 1 января на 7,5% были увеличены страховые пенсии неработающих жителей Тверской области.